Спасибо большое. На самом деле мы здесь те хозяева, все свидетели большого праздника ума, интеллекта и обмена опытом. Поэтому я, конечно, на самом деле только прикоснулась к этой теме, потому что мы ее, наверное, откроем, наверное, через максимум, наверное, а то и 10 лет пройдет, когда мы действительно поймем, что же такое трижды негативный рак. И вот это вот те данные по полногеномному секвенированию, которые были представлены, наверное, покажут, насколько трижды негативный рак молочной железы является своего рода хамелеоном, насколько он всегда непредсказуем. И вот даже под отсутствием уровня рецепторов эстрогенов, прогестерона и HER2 может скрываться совершенно разное обличие. И все мы, сидящие здесь, с этим сталкивались, когда заключение трижды негативного рака молочной железы не всегда соответствует природе заболевания. На самом деле эти слайды у меня перекочевывают из презентации в презентацию, но, наверное, еще вот, и так как они в прошлом году только наши патоморфологи мне их представили, я, наверное, еще какое-то время буду их показывать, но, тем не менее, они настолько ясно показывают биологию опухоли, которую мы до конца не понимаем, но тем не менее мы четко понимаем, что если опухоли маленькие, еще, Николай Владимирович, помните, вы когда-то говорили, маленькие опухоли, но злые, но бывают большие, но добрые. И вот это вот разделение на черепах, зайцев и птиц очень четко с точки зрения патоморфологов это объясняет, потому что одна опухоль живет в организме где-то 30 дней, а другая опухоль будет жить 30 и 40 лет. И пациент, по сути, никогда он не доживет до отдаленных метастазов. И то ли мы такие хорошие врачи, так замечательно лечим, то ли заболевание такое. И очень много исследований, которые в настоящий момент проводятся, да, правильно проводить рандомизированные исследования, но мы так захлебываемся таким количеством новых молекул, что чем с одним и тем же показанием. И сейчас уже, учитывая достаточно большие данные, международные данные по опыту применения, уже рассматривают долгоживущих и короткоживущих пациентов. Собственно, почему эти пациенты живут долго и почему эти, собственно, пациенты живут коротко. Ну вот и короткоживущим пациентам, то есть долгоживущим пациентам относятся ряд пациентов с раком, болеющих раком почки. Это пациенты, ряд пациентов с маленькими опухолями щитовидной железы. Понятно, мужчины с маленькими опухолями старшего возраста с предстательной железой. И самое удивительное, если задуматься, порядка трети пациентов молодых женщин в возрасте 40-49 лет с маленькими опухолями. Да, понятно, мы большую часть больных перелечиваем. Конечно, пользу от скрининга, от ранней диагностики опухоли, которая постепенно переходит с первой, второй, последующей стадии до отдаленных метастазов. Здесь ранняя диагностика и скрининг, конечно же, оказывает свой эффект. Но вот, собственно, трижды негативный рак, вот в моем понимании, я долго не могла найти ту ассоциативную линейку. И вот именно те птицы, которые быстро перелетают, они вообще все барьеры перелетают, они крайне быстро долетают до черты невозврата. И здесь вот интенсификация лечения. А если есть BRCA-мутация, конечно же, это PARP-ингибиторы. А если есть какая-то зацепка за PD-L-экспрессию, пусть даже за микроокружение, возможно, назначение иммунотерапии. И эти возможности у нас в скором будущем появятся. И вот эта терминология, действительно появился новый термин для нас, ну как относительно новый, что мы, конечно, центрированы около пациента, вокруг пациента. Проблемно ориентированный подход, конечно же, он должен быть высоко точным. И, конечно, бы не хотелось бы, чтобы нашу мультидисциплинарную команду вмешивался доктор Google или доктор Facebook, когда пациенты приходят и говорят, а вот там я прочитал так, доктор, вот, а Facebook пишет по-другому. Очень важно, чтобы мы разговаривали с пациентами, наши пациенты доводили, мы доносили нужную информацию до пациентов. Конечно, если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Только мы все вместе с вами, различных специальностей доктора, можем изменить ту ситуацию, которая сейчас сложилась, в том числе с трижды негативным раком молочной железы. Известно, подуматься, более 200 различных мишеней. И вот, знаете, вот эта вот классификация, я даже не стала ее переписывать, но она настолько, знаете, так вот все четко объясняет. Но заметьте, при этом заметьте, трижды негативный рак молочной железы, и препаратом выбора является единичный, единый монорежиме, это трижды негативный рак молочной железы, в монорежиме агенты. Это могут быть препараты платин, это может быть эрибулин, это может быть капицитабин, это может быть винорельбин, это могут быть препараты платин, это может быть доксорубицин. По сути, любой препарат, но в монорежиме. И заметьте, у нас сейчас
Трижды негативный рак молочной железы, что мы должны рутинно делать? В идеале, конечно, чтобы выделить тех пациентов, которым мы можем помочь в будущем и уже сейчас в ряде ситуаций. Определение мутации BRCA и определение PD-L-экспрессии. PD-L-экспрессии сейчас уже, я надеюсь, что это будет более широко в рамках онкогенома, мы можем определять у пациентов, у которых в первой линии мы предполагаем и в микроокружении обнаружим PD-L-экспрессию. В рамках онкогенома сейчас PD-L-экспрессия выполняется. И посмотрите, если есть PD-L-экспрессия, то сейчас у нас уже зарегистрировано в апреле месяце официальное показание NAP паклитоксела, препарата с минимальной токсичностью и очень удобно, в отличие от паклитоксела, нет необходимости высоких доз дексаметазона, в комбинации, соответственно, с атезолизумабом, анти-PD-L-ингибитором. И посмотрите хорошо, а если есть BRCA-мутация, здесь уже, значит, мы рассматриваем как вариант, если у нас сейчас, по сути, в Российской Федерации только в рамках расширенного доступа наши пациенты могут получать алапариб или талазопариб. Если пациент в монорежиме получал препараты платины, то это алапариб, а талазопариб здесь зарегистрировал без даже предшествующей терапии. Есть мутация BRCA, пациенты в рамках расширенного доступа сейчас могут получать талазопариб. И посмотрите, опять-таки обращаю внимание, больным трижды негативным раком молочной железы только в условиях висцерального криза мы назначаем комбинированную терапию, потому что химиотерапия глобально не меняет прогноза. Пациент великолепно ответит и на монорежим, и на полихимиотерапию. Но если же надо в кратчайшие сроки достичь эффекта, если у пациента есть выраженная дыхательная недостаточность, которую нужно, лимфангиит, который нужно купировать, да, мы можем комбинировать гемцитабин с цисплатином, либо мы можем комбинировать там как варианты, не знаю, там эрибулин с капицитабином. Ну, могут быть разные варианты, но смысл их заключается лишь в том, что только при висцеральном кризе для трижды негативного рака молочной железы мы назначаем комбинированную терапию, потому что химиотерапия для этой группы больных малоэффективна. То есть она эффективна, вы увидите потрясающий эффект, но он будет кратковременный. Поэтому снижать качество жизни пациента для данной категории больных, если у вас нет у пациента точки, за которой мы можем зацепиться, BRCA-мутация или PD-L-экспрессия, сейчас альтернатив лечения для этих пациентов нет. Поэтому мы должны хотя бы сохранить таким пациентам качество жизни. И смотрите еще, какие возможности у нас открываются. Самое важное правило для больных трижды негативным раком молочной железы. Первое – искать клинические исследования. Даже если это, вот вы исключили у пациента, ну даже если обнаружили BRCA-мутацию, даже если есть PD-L-экспрессия, первым делом надо узнать, есть ли клинические исследования. Потому что только в рамках клинических исследований пациенты могут в том числе выиграть, так как им может быть назначено либо иммунотерапия, либо возможности назначения BRCA-мутации, препарат, воздействующий на BRCA-мутацию. Или же, посмотрите, обсуждается активно, соответственно, и ряд других препаратов. Ну вот, например, если мы смотрим с PD-L-экспрессией, посмотрите, здесь даже какие варианты рассматриваются. АКТ-ингибиторы, да, даже мы должны смотреть и андрогеновые рецепторы, и пациентов, если есть андрогеновые рецепторы, какие-то возможные будущие опции, да, это обсуждается, но нет доказательной базы, мы только видим такие потрясающие единичные случаи, когда вот пациенту назначили андрогеновую терапию, метастаз на передней грудной клетке редуцировали. Но мне не повезло, я не видела их таких эффектов, возможно, это единичные пациенты, но тем не менее, опять-таки, трижды негативный рак молочной железы крайне гетерогенный. У него совершенно разная биология опухоли. За отсутствием рецепторов на поверхности ядра опухолевой клетки скрывается совершенно неизвестное, то есть вы видите этого больного, но вы не знаете его прогноза, вы не знаете, как поведет себя болезнь. И в принципе, я потом нашла ответ, то исследование, которое было проведено по полногеномному секвенированию, подтвердило. Но сейчас хотелось бы, конечно, остановиться на том, что скоро станет нашей, реально уже становится нашей реальностью, и в этом году уже для наконец-то для рака молочной железы с PD-L-экспрессией, микроокружении опухоли таким пациентам рекомендовано талазопариб в комбинации, атезолизумаб в комбинации, язык можно сломать, с анапоклитокселом,
И мы, да, уже прекрасно, я даже сегодня этот слайд приводила, мы прекрасно делали, вот сейчас то, что мы, сегодня Марина Борисовна говорила об анти-ХЕР-2-терапии. На ядре опухолевой клетки есть рецептор ХЕР-2, антителозависимая цитотоксичность, соответственно, уничтожается, дезактивируется головка ХЕР-2 рецептора, и ниже лежащие сигнальные пути выключаются. Для воздействия иммунной системы оно несколько другое, а здесь опосредованное воздействие, так как иммунная система, чекпоинт-ингибиторы точек иммунного контроля заново обучают иммунную систему распознавать опухолевую клетку. То есть снимаются те тормоза, которые снижали активность иммунной системы. Да? Но, вот я уже всегда всем привожу этот пример, настолько образно он меня потряс в свое время, когда при надавленной в пол, сжатой в пол педаль тормоза, да, бесполезно давить на педаль газа. Но терапия чекпоинт-ингибиторами отпускает эту педаль тормоза, и вот эти лимфоциты набрасываются на все живое, на опухолевые клетки, на различные ткани и органы системы развивается иммуноопосредованное осложнение. В настоящий момент FDA зарегистрировала более 20 показаний для ингибиторов, чекпоинт-ингибиторов, и в том числе для рака молочной железы. И если посмотреть, тоже достаточно интересно, те варианты исследований, в которых изучается иммунотерапия, то посмотрите, комбинаторный партнер, опять-таки, везде в монорежиме. Да? Это уже как бы даже вот в клинических исследованиях к этому пришли. Комбинаторный партнер может быть, вот если верхнюю строку посмотреть, да, где там пембролизумаб сравнивается, а следующий рукав, это может быть либо капицитабин, то есть пембролизумаб противопоставляется эрибулин, гемцитабин или винорельбин. Все только в монорежиме. Представляете, это какой-то агрессивный, трижды негативный, когда хочется всю мощь сбросить на лечение таких больных, а тут всего-навсего в монорежиме таких пациентов лечат. Следующий вариант рассматривает атезолизумаб в комбинации либо с гемцитабином, либо с капицитабином, либо с карбоплатином. То есть препараты платина сейчас не являются той сумасшедшей, единственной в нашем понимании группы препаратов, которые помогают. Любые препараты для трижды негативного рака молочной железы оказывают свой эффект, но кратковременно. А здесь вот пытаются тезолизумаб комбинировать с препаратами. Но почему же все-таки напоклитоксел явился таким оптимальным вариантом, оптимальным, уникальным комбинаторным партнером для атезолизумаба? Потому что он не требует, опять-таки, при медикации высокими дозами кортикостероидов. А мы все прекрасно знаем, что пациентам, которые получают иммунотерапию, кортикостероиды попросту противопоказаны. Даже пациенты с метастазами в головном мозге могут получать терапии чекпоинт-ингибиторами, но только в том случае, если метастазы хорошо контролируются и пациенту не нуждается терапия дексаметазоном. А, соответственно, вот опять-таки, видите, в нескольких исследованиях комбинаторный партнер к атезолизумабу используется напоклитоксел, это и понятно. А вот то, что говорила Марина Борисовна, посмотрите, для ХЕР-2-позитивного рака молочной железы изучается комбинация и атезолизумаба с ТДМ, и комбинация атезолизумаба с пертузумабом, с трастузумабом. То есть действительно иногда возникает ситуация, мы вот опухоль можем вылечить, а перенесет ли сам пациент это лечение, не погибли ли пациент от той токсичности, которая может возникнуть в результате проводимого лечения. И вот так, собственно, та комбинация, которая изучалась, это атезолизумаб с напоклитокселом. Атезолизумаб вводится в 840 мг внутривенно в первые и 15 дни, а напоклитоксел 100 мг на метр квадратный внутривенно 1, 8, 15 дни, соответственно, продолжительностью цикла 28 дней. Конечно, этот вот дизайн, он такой строгий, иерархический, и, конечно, здесь вот подробно перечисляется, и поверьте, здесь соблюдены все статистические выкладки, все совершенно было запланировано, два промежуточных анализа общей выживаемости и один итоговый анализ общей выживаемости. Конечно, большое внимание уделялось как, соответственно, группе intention to treatment и, соответственно, группе с PDL-экспрессией.
И вот опять-таки еще раз здесь подчеркивается, да, выбирался на паклитоксил, потому что в отличие от паклитоксила на основе растворителя, связанный с альбумином, на паклитоксил не требует предварительного приема стероидов для снижения риска аллергических реакций и гиперчувствительности. А стероиды могут влиять на активность иммунотерапии. Тем более на паклитоксил также эффективен, как и паклитоксил, а в ряде случаев еще более эффективен при трижды негативном раке молочной железы. И вот эти ошеломляющие результаты, которые вот мы, многие здесь сидящие, были на конференции в ЭСМО, этот слайд вот как раз-таки с этой конференции, который продемонстрировал, что у пациентов с PD-L-экспрессией в микроокружении опухоли, соответственно, мы видим, что добавление катезолизумаба на паклитоксела значимо увеличивается двухгодичная общая выживаемость, которая составляет 54% по сравнению с 37%, но все равно она достаточно для трижды негативного рака молочной железы на паклитокселе достаточно хороша. И здесь уже снижение риска смерти, вот мы всегда смотрим на, соответственно, hazard ratio, здесь он составляет 0,62, значит, на 38% снижается риск смерти у пациентов, которым к стандартной терапии на паклитоксела добавлялся атезолизумаб. Первичный анализ выживаемости без прогрессирования также продемонстрировал, мы видим вот эти нули после, соответственно, 0,0025, различия в выживаемости. Но, конечно, они более яркие мы увидим там, где есть пациенты с PD-L-экспрессией. Здесь уже и различия, посмотрите, одногодичная выживаемость без прогрессирования 29 месяцев по сравнению с 16 месяцами. Конечно, преимущество здесь значимое. 3,7 месяцев разница в медиане общей выживаемости при добавлении атезолизумаба к напоклитоксилу, что не было статистически значимым при первом промежуточном анализе. И здесь уже 9,5 месяцев преимущества в медиане общей выживаемости при добавлении, вот то, что я вам демонстрировала на конференции, тогда ЭСМО показывали, вот этот тот слайд. И здесь, конечно, это крайне важно для пациентов с PD-L-экспрессией, которые нужно обнаруживать. И, конечно, выиграть могут в том числе и пациенты с метастазами в печени, что само по себе является неблагоприятным прогнозом. Предшествующая терапия таксанами, статус PD-L, ну, то, конечно же, при PD-L-экспрессии. Самое важное, что больше те пациенты, у которых достигался объективный ответ, он при случае PD-L-экспрессии, если при получении атезолизумаба с напоклитокселом, длился дольше. Побочные эффекты, которые наблюдались при добавлении к напоклитокселу атезолизумаба, они в основном были обусловлены напоклитокселом и принципиально не отличались. Значимо частота пятой степени токсичности не возрастала при комбинации напоклитоксела с паклитокселом. Да, мы все прекрасно понимаем, что такое пятая степень токсичности. И даже те вот значимые осложнения, ну, они не возрастали с такой вот значимостью, как могли бы, по сути, при назначении иммунотерапии к препарату токсанного ряда, который вот мы с паклитоксилом, когда его вводишь раз в 3 недели, мы знаем, какая частота вероятности фибрильных нейтропений. Здесь такого не было. Соответственно, конечно же, описывались иммуноопосредованные нежелательные эффекты, такие как и гипотиреоз, даже менингоэнцефалит, колит, недостаточность надпочечников, но они все предсказуемы, они ожидаемы. Вот то, что 15 апреля мы этого долго ждали, в этом году атезолизумаб был зарегистрирован как в качестве комбинированной терапии у больных трижды негативным раком молочной железы, неоперабельного или местно распространенного у пациентов, в качестве первой линии в комбинации с напоклитоксилом при экспрессии PD-L больше единицы на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующие ткань опухоли, микроокружение анализируется. И вот, собственно, то исследование, которое действительно интересно и, по сути, как-то приоткрывает тут занавес, которая вот скрывает от нас трижды негативный рак молочной железы. Да, комплексное геномное профилирование как никогда актуально для данной группы больных, потому что мы можем еще выявлять какие-то определенные таргетные мутации, на которые мы можем воздействовать. Это так называемая прецизионная терапия. Когда есть мутация, да, это будет off-label. Но, тем не менее, мы можем, вот есть такие исследования,
как basket trial, когда есть мутация, и независимо от локализации опухоли, пациент получает соответствующее лечение. И вот технология Foundation One CDX позволяет подобрать индивидуальную терапию, то есть прецизионную терапию конкретному пациенту с учетом выявленных геномных мутаций. И вот это комплексное геномное профилирование на основе секвенирования нового поколения позволяет определить большинство таргетных мутаций при раке молочной железы. А посмотрите, оказывается, вот тот вот рак молочной железы, а как он гетерогенен, как он различен. Если только задуматься, да, 25 геномных наиболее часто встречаемых мутаций. Посмотрите, здесь и, соответственно, мутация P3K, а сама по себе эта мутация – признак крайне неблагоприятного прогноза. И ряд других мутаций. И АКТ-мутация, и ЧЕК-2, и ПТЕН, и ПАЛЬП-2, и причем каждая из этих мутаций – это признак того или иного прогноза для наших пациентов. И вот, соответственно, исследование, которое было проведено, анализировало геномные мутации в более чем 8500 случаев у пациентов рака молочной железы вот методом того самого комплексного геномного профилирования Foundation One. И здесь у 80% были выявлены две или более клинически значимых мутаций, у 31% была выявлена одна клинически значимая мутация, но и самое важное, что у 96%, если брать от 100, были выявлены клинически значимые мутации с одним или более вариантом терапии, которые одобрены FDA, и также подходящие для клинических исследований. И среднее значение клинически значимых мутаций на 1% составило 2,3. И вот делается, конечно, вывод на основании этой работы, что высокий, во-первых, конечно, трижды негативный рак молочной железы – это совершенно гетерогенная опухоль. Это только вот название, что она трижды негативная. Мы больше ничего не знаем, мы не можем даже выводы какие-то делать, потому что для большинства пациентов с такими опухолями, точнее для опухоли характерно, высокий уровень генетической нестабильности. Да, в ряде случаев неблагоприятный прогноз, но бывают ситуации, когда больные, несмотря на то, что трижды негативный рак молочной железы, живут достаточно долго. И вот, соответственно, обнаружение мутации P3K, фосфодиэтола, изонитола, трикиназа, АКТ, сигнальный путь, вот этот путь, он регулирует ключевые внутриклеточные процессы, включая пролиферацию. Активирующая мутация данного сигнального пути является весьма частым при трижды негативном раке молочной железы. И вообще, вот это определение мутации P3K крайне актуально, потому что независимо от биологического подтипа, будь то люминальный, трижды негативный или HER2 негативный, это признак неблагоприятного прогноза. И вот, соответственно, да, уже всем уже известно, что P3K – это сигнальный путь, это ключевой регулятор, ну, один из ключевых. Мы каждый раз, когда появляется очередной препарат, нам говорят, это ключевой регулятор здоровой клетки, и патологическая активация которого приводит к пролиферации опухолевых клеток, особенно при трижды негативном раке молочной железы. И вот, например, соответственно, исследования, которые проводятся, применение паклитоксела в одном рукаве, 62 больные против паклитоксела в комбинации с ипотасертип. Это препарат, который является АКТ-ингибитором. И здесь уже анализируется потом, собственно, какие мутации были обнаружены у пациентов. И оказалось, что те пациенты, которые получали апотасертип, полностью согласна Марине Борисовне, язык окончательно можно сломать по комбинации с паклитокселом, по сравнению только с паклитокселом, мы видим статистически значимое снижение риска смерти на 40%, да, пи у нас 0,0037. Конечно, это должно дальше изучаться, особенно для трижды негативного рака молочной железы. И вот и в данном случае у пациентов также с низкой ПТЕН, соответственно, на мутации, здесь уже максимальная польза при назначении ипотасертиба. И клинический случай, да, вот с использованием полногеномного профилирования у пациентки с BRCA-ассоциированным, мутированным, трижды негативным раком молочной железы с метастазами в головном мозге. Молодая женщина, 46 лет, выполнена биопсия, значит, выявлена, соответственно, люминальный Б,
рак молочной железы. Получают совершенно стандартное лечение, химиотерапию по схеме АЦ с последующим паклитокселом. После, соответственно, у пациентки выполняется хирургическое лечение. При операции выявляется, что это трижды негативный рак молочной железы, то есть отсутствуют на ядре опухолевой клетки какие-либо рецепторы. Тем не менее, пациентка получала тамоксифен, потому что у нее в неоадюванте была экспрессия рецепторов эстрогенов, так решили исследователи. И вот через год у больной трижды негативным раком молочной железы, в этом вся трагедия. У них развивается у пациентов либо висцеральная метастаза, либо у 50% метастаза в головном мозге. И вы не ошибаетесь, если к вам придет молодая женщина, выполните ей компьютер МРТ головного мозга, у каждой второй будут метастазы в головном мозге, в ряде случаев клинически незначимы. Но у этих больных, к сожалению, облучение метастаза в головном мозге клинически никак не влияет на ситуацию. И вот, значит, ей выполняют ребиопсию. Самое важное, что для всех пациентов при любой солидной опухоли сейчас возникла новая парадигма. Мы обязательно должны выполнять ребиопсию, то есть биопсию метастатических очагов, независимо от уровня сложности. В нашем центре, я не хвалюсь, действительно, независимо от локализации, будь легочная ткань, печеночная ткань, под УЗИ навигация, сети навигация выполняется даже в амбулаторных условиях, не без госпитализации, без наркоза. Пациенты выполняют трепан биопсии, пациент уходит домой, и через некоторое время мы получаем гистологическое, иммуногистохимическое заключение, на основании которого мы назначаем лечение. Вот как раз в этой ситуации пациент получает обследование, ПЭТ-КТ, физикальное обследование, опухоль подтверждается, что это трижды негативный рак молочной железы, 70% маркер пролиферации высокий, ГАТ это 3+, мамоглобин плюс, ПДЛ экспрессия минус. Ну и значит, здесь, поскольку были метастазы в головном мозге, логично, проводится лучевая терапия на очаги в головном мозге. Смотрите, проводится капицитабин с фенерибином, хотя мы все сейчас уже понимаем, что тенденция для трижды негативного рака молочной железы без висцерального криза, но, возможно, какие-то проявления отека головного мозга были основанием для того, чтобы комбинировать капицитабин с фенерибином. И затем, опять-таки, вот эти очаги новые, да, обследуют, смотрите, выявляют, что они выявляют BRCA-мутацию, наличие мутации P3K, бедная женщина собрала все, что можно, мутацию TP53, MSI стабильная, микросателлитная нестабильность, и, соответственно, опухолевая нагрузка TMB низкая. Да? И пациентка уже получает алапариб, и при назначении алапариба очаги уже облученные, а я всегда говорю, но это не я придумала, что головной мозг и ткань яичек у мужчин чужеродная, для организма ткани, туда не проникают цитостатики. Поэтому, чтобы был эффект для метастаза в головном мозге, обязательно очаги в головном мозге нужно облучать. И так же, как, в принципе, и в яичке, к сожалению, химиотерапия не проникает. Это мы все знаем. И природа бережет самое важное для человека. И вот посмотрите, пациентка, которая получала лапариб, по поводу облученных метастазов в головном мозге, мы видим хороший полный регресс. Но вот такие возможности полногеномного секвенирования для пациентов трижды негативным раком молочной железы. То есть мы можем много всего неожиданного для себя узнать. И, конечно же, я еще раз подчеркиваю, что, конечно, для трижды негативного рака молочной железы обязательно необходимо всем пациентам смотреть BRCA-мутацию при ее отсутствии PDL-экспрессии или одновременно то и другое в микроокружении. Несколько слов буквально о BRCA-позитивном метастатическом раке молочной железы, поскольку эти препараты на территории Российской Федерации не зарегистрированы, но они будущие, о них можно говорить на самом деле очень много. В основе, конечно же, лежит механизм синтетической летальности, потому что BRCA-ассоциированные пациенты, у них в опухоли нарушено восстановление второй спирали ДНК, а ПАРП-ингибиторы отвечают за восстановление поврежденного маленького участка. Это как заплатки, которые работают. И вот у этих пациентов трижды негативным раком молочной железы нарушено восстановление второй спирали, и заплатки нельзя ставить. И возникает синтетическая летальность. Пациенты, которые получают по поводу BRCA-ассоциированного рака молочной железы ПАРП-ингибиторы, у них возникает так называемый механизм синтетической летальности. Таков механизм действия ПАРП-ингибиторов. И в настоящий момент FDA зарегистрировали два препарата. Первый препарат – это талазопариб, который зарегистрирован даже при отсутствии первичного лечения.
А второй препарат – это лапариб, который зарегистрирован в том случае, если пациенты получали в анамнезе препараты платины. Да, мы очень ждем, чтобы наши пациенты не, соответственно, расширенного доступа могли получать такое лечение. Ну и, конечно же, будущее за поиском рациональных комбинаций, потому что мы хотим, чтобы как можно дольше контролировать болезнь, потому что мы все ограничены определенным промежутком времени. И важно, чтобы любое состояние, которое возникало на этом промежутке времени, было стабильно. А, конечно, может быть, когда-нибудь научатся редактировать геном, и мы избавимся от старости и будем жить долго. Но, тем не менее, сейчас направление основной комбинации таргетной терапии, иммунотерапии, химиотерапии, лучевой терапии в качестве абскопального эффекта. Поэтому важно сейчас, конечно же, чтобы наши пациенты получали иммунную терапию по показаниям, PARP-ингибиторы по показаниям, когда будет такая возможность. И, конечно же, тестирование на PD-L-экспрессе, герминальную мутацию BRCA должно войти в рутинную клиническую практику, не говоря о том, что полногеномное секвенирование помогает нам поднять эту завесу таинственности над пациентами, страдающими трижды негативным раком молочной железы, и с помощью прецизионной терапии, знания определенных мутаций и наличия тех препаратов, которые зарегистрированы при данной мутации, позволяет нам значительно улучшать качество жизни данной категории больных. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна.